Мне придется играть сегодня с Керамбит Голдом. Давай, давай, конечно, конечно, я иду. Это реально очень дорогой ролик. Надеюсь на твою поддержку. Всем здорово, пацаны, у микрофона, как обычно, Раш. И сегодня мы с Обованом открыли целых два гифтбокса, которые стоят на минуточку 20 тысяч чем-то там с копейками каждый. А это 40 косарей голды. И сыграли со случайным дропом из гифтбокса. Это просто очень жесткая, очень сочная на моменты катка. Поэтому советую тебе посмотреть этот ролик обязательно до конца, потому что он получился очень веселым. Поддержка лайка, пацаны, от вас просто очень сильно прошу. Поставь лайк, пожалуйста. И подписывайся на канал, обязательно с колокольчиком, так как мы идем к 2 миллионам. Осталось 400 тысяч, многовато, но с вашей поддержкой мы это сможем. Ребята, всем приятного аппетита, приятного просмотра. Смотри ролик до конца, а мы погнали к ролику! Данек, Алембо, Лавра! Алембо? Говорю, надо. О, чё, они уже 20 тысяч стоят. 20к, ты прикинь, брат. Мы сейчас, короче, покупаем 2 гифтбокса. Один мне, ой, один ой, тебе. Ой. Это вообще хабел. Это просто, посмотри, вся моя голда. Если чё. Блин, еще и перезаходить придется. Он купился же? Купился? Купился, да, купился. Повезло. Я перезахожу в стендовщик. Я сразу говорю, мне придется играть сегодня с Керамбит Голдом, получается. Ну, понимаешь? Типа, мне сейчас выпадет. Ну, а мне тогда с В2, получается. Да нет, брат. С Origin боксом, наверное. Ну, было бы неплохо, на самом деле, потому что, ну, это практически нереально. По-моему, пару человек только выбивало Керамбит Голда из гифтбокса. Окей. Давай, давай я второй, ты первый. По-любому первое что-то жесткое выпадет сразу. Какой-нибудь дигл или фигня какая-нибудь, с которой невозможно играть. Спасибо, брат. Спасибо. Let's go. Let's go. Гифтбокс, там Mavic Sport пролетел. Origin Box. Как и предсказывал. 20к! Давай я сразу открою, гляну, что мне выпадет. Буду бустить на Cartridge Hunter. Если сейчас на Cartridge Hunter... Кстати, блин, Origin Box, там его даже купить не могу. Ой! Стой! Да блин! Как и сказал, я все предсказываю, отвечаю. Я надеялся, что это будет М16. Это же вообще развалочка была бы. Брат, ладно, давай. Окей, потыкаем, почмыкаем. Погнали. Let's go, let's get it. Давай, пожалуйста, нормально. Опа, а тебе райвал, брат. Ну тоже удаленный, тоже удаленный. Я ставлю на то, что тебе бранч сейчас выпадет. Ставлю на это, давай. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Авик генезис. Кананом. Габелла, летим, пацаны, в каночку. Брат, единственный плюс во всем, то, что сегодня сейчас происходит здесь, это то, что мы на пистолетке можем не с ножами играть. Больше плюсов нет, брат. Все, все просрали, мы все просрали. Капец, это М16, которая перекатилась. Надо выпало. Это было бы просто прекрасно, брат. Но неважно, мы не отчаемся. Сейчас, смотри, брат, тащу пистолетку. С тебя сегодня киберспортивные тактики, с меня. Жесткие килы. Давай я лучше буду тащить это. Будешь придумывать, как говорится, как нам сливаться. Ну-ка, уйди отсюда. Уйди, уйди. Короче, смотри. Уйди. Минус 5 даю. Отойди, отойди. О, пока. Давай, давай, показывай. Я тебе дам шанс. Опа, там чел на подсадке стоит. Чё за фигня? Десантировался, добил. Что? Жестко. Подожди, ты его что, убил? Не, он пропал. Да нет, чел. Я тебе шанс оставил, я специально слился, идею всех показывать. Да как? Попасть на жур не могу! Подожди, мы чё? Тимэй, ты как всегда всех забирать забей. Подожди. А, у тебя 0 киллов, понял, до сих пор. Надо... Давай, давай! Я не умею с этим играть, брат! Я не умею играть! Ой-ой-ой, короче, нас ждет слив. Осужду... О! Это же... Хаешки же можно брать? Да, можно, брат. Да нет, я так просто не повезло. Все нормально. О, у нас все улюбнул. Хаешку, киборгскую хаешку сюда. А, я понял, что за хаешка. Погнали. Куда кидать? Вот туда, там как раз... А, куда ты кинул, зачем ты? Да не знаю, ты же мне не показываешь как. Просто, как я должен понять это? Так, вниз, подожди, точно подожди, в доме есть чел. О, найс. Подожди. Ой, хорошо. О, дай мне это килл. Да, сверху! Минус... Ага. Он двоих сразу убил? А зачем ты за мной встал? Это я просто... Ща... Это... Мы сейчас еще будем 4-5 играть, у нас тиммейт просто пропал. Я просто скилловый. Скилловый парень. Вот, это моя позиционочка, брат. По нему он не попадет, нас двоих сразу. 20 тысяч голды на П-350 Саванна! Это сильно, брат. Погнали, буду тебя учить кидать хаешку. Давай, она полезна, давай. Если будешь правильно кидать. Так, давай. Вот, смотри, вот, ёбно просрал, надо кидать, чтобы... Видишь, вот, она падала вниз туда.
так? Ну почти. У нас там уже тема это всех разваливает. Жесткие. Ой, ой, да ой, можно ой, попасть. Ой, ой, ой. One tap. Чё, моего добил. Так, делай. Это было. Давай, брат. Хорош. Вверх, 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 дом. Три патрона для него. Он не вон 40, брат. Давай. А, мне зачем-то на месте стоял. Я думал, он не попадет, даже когда на месте я буду стоять. Ну как это возможно? Что такое говно выпало? Да, все нормально. Пока что, пока мы не проигрываем, все хорошо. Пока, как начнем жестко про... А, или мы проигрываем? А, мы проиграли. Все плохо, брат. Ну, я пошел пушить, короче. Подожди, напишу. Не душите, плиз. Да не, я сейчас сам задушу. И, да хани меня душат! Хорош. Жесткий мэнчик, что думаешь? Найс, вообще жестко думаю. Подожди. Да оставь мне кило. Я же бегу тоже уничтожать, ты интересно. Ой, хедшотик, да, у минус 66 для тебя. Минус 6? Он справа, 66. Вот, у нас справа там. Понял. Догоняй быстрее, пока его не забрали. Найс. Ой-ой-ой, хорошо. Тихо, два патрона. А, его застилили, тиммейта, забей. Флешечки нету. Ладно, хоть чуть-чуть попаду. И правым плечом пикаю. Мама, ПВКшника, сюда! Сюда. Почти сравняли. А, он вышел, я понял. 4-4. Ну, так даже лучше. Так даже лучше, так даже хотел полегче. Окей, брат. Тащим, тащим. Все, брат, я получил заряд энергии жесткой. Что думаешь? Имба, ой, офигенно, хрешка у меня. А болван гол на медуем 40. Да, подожди, стой. Сейчас флешку даю. Бам, вылетай. Давай, только я не найду. А, понял. Брат. Ой. Поймал, он тебя ждал, на меду стоял. Хорошо! Сюда, брат, сюда, мэнчик, сюда. Хорошо, брат, пишем, давай обманем. Гол нажми мид, хочу сказать, и выйти настрелять всех, что думаешь? Опасно. Так обычно против нас противники делают, когда мы снимаем видос. Так, флешка есть на мид? Там есть на миду. Да спасибо, Бобан, твоя флешка была, скажи честно. Не-не-не. А, не верю. Там чел сам 40 прыгает. О, найс! Найс! Все, полетело! Все! Одни головы летят, один на мусорке, брат. Пачка у нас. Все, я никого не боюсь. Все, я слился, это твой клатч. Ты специально слился, да? Это не случайность была. То есть тебя не. Ну, ты пошел специально слился, правильно? Я специально даже не стрелял, просто подумал. Ладно. Все понял. Ладно, этот раз потратил 40 тысяч голды, почему бы ему не дать шанс на клатч? Спасибо, брат! Спасибо, Ражна, я же с Обованом на мухах. Да у Обована нет мухи, алло. А, найс, у меня 30 хп, я понял. Ой. Не попал, найс. Брат, тащи, у меня 30 хп. А, там чел с авиком, подожди. Найс, и в прыжке последнего с ЮСПА. Брат, он в доме. Я слепой, я сам себе и флешку кинул. Это тактика была такая. А что это? На. Ты, чтоб ты понимал, он слился с тобой, у него показывался, это, типа, он наш союзник. Брат, я же говорил, что это тактика с флешкой. Держите авик, кому надо, мне не надо. Я авик засейвил случайно. Давай нашим тиммейтам тоже скажем, чтобы играли, как мы, тропом из гифтбокса. Я голду им давать не буду, я сразу говорю, брат. Давай, хаешку, я иду за тобой. На GG-шке Киберпанк обновление. Битва с GG-троном предстоит непростая, но награды приятно удивят. Доставай киберкоины из сундуков и забирай за это клевое оружие. Наноси одноглазому как можно больше урона и лутай голдишку. Халява для вас, вводи промо из закрепленного комментария и забирай бесплатное открытие сундука. Получай кредиты за зачисление и меняй их на топовые скинчики. А в событии братства хакеров ты можешь забрать аж целый миллион голды. Возникнут проблемы, пиши в круглосуточную техподдержку. Скорее беги, зацени обнову. Давай, хаешку, я иду за тобой. Научился кидать. Жестко, брат, спасибо. Охренеть, минус 20. Вот это моментик очень хороший. Блин, брат, так теперь я все, это новая стратегия. Это новая стратегия, я теперь преисполнился в стандов 2. 4-4 и нас по 4. Брат, это знак, то, что мы выиграем. Это матрица, как говорится. Давай еще разочек, мне понравилось. Так ты первый кидаешь, чёрт, чтоб я убил. Напишу гоу, б. Да блин, время, давай. Я знаю, сейчас просто я написал гоу, б прострел, чтобы они этот сразу шли на прострел. Вот, давай кидаем. Давай, пожалуйста. Нет, ты слишком высоко. Ай, высоко докинул. Блин, гоу пишет. Я иду убивать. Он там что-то пишет тебе, походу, в чате. Подожди. Мэнчик, на! Да блин, так смачно калаш подбирается. Хочется с него пострелять, но не получается пока. Опа, откуда? Спина! И везде!
Все, я ее почувствовал. Как говорит... Ну все, теперь это топ-1 пушечка. Как один мой друг, лягушонок, говорит, и мне такое вытаскивали. О, брат, я на первом месте, нифига. Че думаешь, мэнчик? О, у меня наконец-то галачерство. Брат, стой, купи мне, пожалуйста, этот, а? У меня денег. Блин, брат, я случайно броню закупил. Ну это для ножа нормально, на живой раунд. Ладно, брат, я за это... Спасибо. Ой, они наши хаешки кидают. 83 хп. О, нифига, он 360 убил. Офигенно. О. На, что он делает? Подожди, что происходит? Блин, по 350 надо, дайте поже. О, найс, затащил, слышишь, мэнчик? Чё думаешь, брат? Я же говорю, не зря броню купил, броня тебя спасла. Если бы был бы у тебя по 350, он бы тебя не спас, потому что брони-то не было. Я понял! Брат, короче, тактика. Пушим мид, пушим жестко мид. Погнали, погнали. Блин, даже уже не интересно, их четверо стало как-то. Так нас тоже. Ну и что? Я бы тащил жестко, я бы еще больше зарезал. За такое не прощаю, то, что они пикнули тиммейта, походу. Брат, сейчас был супер-мега жесткий фрик, я его так почувствовал, слышишь? Каким местом? Осуждаю! Алло! Гоу на ножах. Давай. Представим, что... Да. Представим, что нам выпал керамбит голд. Мне выпал керамбит голд, и я сейчас буду всех уничтожать. У меня как раз он, брат, я его уже применил. Флешку. Залетай под флешку, я тебя пускаю. Да чел! Блин, их тут очень... А, меня с хаешки убили, брат. Я, короче, он просто от меня упрыгал, серьезно. Это ты управляешь? Кто это? Да, это вообще ты. О, что с ним? А, у него 1000 пинг. Еще разочек. Сейчас точно затащу. Давай. Там, пацана, у нашего пинг 1000 был, нифига. Я, короче, приобрету на всякий случай, брат. По 350. Но у меня всегда глок в кармане, поэтому нормально. Глок 18S в моем кармане! Подожди, там чел. Я закину тоже. Закину хае. Хае, бам. Он убегает, я его преследую. Давай, брат! Опа! Хорошо! Брат, это командная игра была только что! Сбросьте все оружие! Вас преследуют! Я в смоку вообще! Я под него смоук кинул, он, оказывается, там сидел. А, вы пачку всрали? Я ласт? Да, походу. А, нет, он начал. За что так жестко? Алло! Это не... Пожалуйста. Я думал, ты меня защитишь, и ты этот слился вместе, брат, со мной. Почему Rush играет только с P350? Да хз! 20 тысяч голды все-таки стоит! Брат, ну ничего страшного, я после этого его выставлю за 20к на рынок. Скажи им, что у тебя скин за 20 тысяч оценили. Пусть оценят за 20 тысяч голды скин на P350. У меня с гифтбокса жесткий дроп. Хотите? Только ты в команде, ты в команду написал. А! Блин, в команду! Да блин! Ладно, все, я забил. Я не буду писать ничего. Тихо. А, найс, у меня хаешка вообще как-то попала. А! Понял? Короче, дарим им немного шанс, чтобы потом их жестко камбэкнуть. Покажу скин с гифбокса. Опа! Сейчас мы им хаешки покажем, чисто. О, давай! Реально, походу в обнове будут хаешки в гифбоксе скины. Скажем, и я убиваю. Скажем, это будущий гифбокс. А чё они не вышли на мид? Капец, 3 миллиона флешек. Обманули? Тиммейт наш. Ну почему? Я видел его, я хотел на нож посадить, он вылетает именно в этот момент. Хорош, брат, все. Давай без шансов, закрывай. А, справа. Мэнчик, тащить. Чё, я пугаю. Нет! А, это ты прикольно придумал. Бля, не спугнул, подожди. О, чё за фигня? Брат, тащи. Хорош! Ой-ой-ой. Это мой друг Данюк! Жесткий клатчмейстер в Stand-off 2! Мы обязаны выиграть эту игру. Чисто с дропом из гифтбокса, даже я поправился, с говняным дропом из гифтбокса, мы должны выиграть эту игру, брат. И не такие катки выигрывали, поэтому вообще... Это да, это мы... А! Да встань! Он пушит! Я с хае бегу, он пушит меня! Он на лангу, бро. Они повсюду, я не знаю, что делать. О, мужик, привет. А что? Думал, он никогда не посмотрит на меня. Пацан, к успеху шел, не получилось, не портануло. Блин, брат, 8-8, мне это уже не нравится. Они нас разозлили, надо что-то делать. Пора уже предпринимать крайние меры. Че, возьмем калаши? Не. Осуждаю, пошутил. Брат, погнали. Давай. Я мид сейчас заберу и по красоте всех затащу. Давай, только жестко надо уже уничтожать, потому что они, по-моему, слишком расслабились. Это, уже слишком обнаглели. Да, мы слишком расслабились. В обсах есть что. Брат, пикать, не пикать.
Как он это сделал? Как он знал? Мы что, проиграем? Да не, это невозможно. Что, вот сейчас просто сиди на поинту и все. И они тебя точно не затащат. Ой, тут они тебя убьют точно. Надо тебе наверх бежать. Ты сказал на поинту сидеть. Так нет, я имел в виду, что надо поинт мне охранять и все. Все, звук. И хаешки, флешки раскидывай. Все, кидай. И флешку. А-а-а! Не так. Уже дефают. Дефают. Найс! Все, беги. Жесткий класс, P350! Ну это было хорошо, это было... Похвали меня. Это было легендарно, как говорится. За такое можно и лайк королевский в честь такого пацана. Я согласен. Это реально, слушай, по-моему, ты нашел свое оружие. Не, спасибо, я больше его в руки не возьму, брат, после такого. Я, кажется, прострелил кого-то. Подожди, тащу. Брат, все, последний раунд забираем и все. Там еще один. А, 30 хп. Нет, только не проиграйте, затащи. Ну, они затащат, а это изи. А, все, один, два. Ой-ой-ой. Брат, мы выиграли. Он здесь с говно пистолетами. 20 на 11 я отыграл. Охренеть, ты 16 на 13. Брат, ну все, теперь ты мне передаешь пепес, потому что я теперь глава. Я лучше себя отыграл, вот все. Как говорится, пепес надо. Этот М40 скилл иметь. Брат, я тебя вызываю на дуэль. Вызываю на дуэль на М40, как только 30 тысяч лайков будет под этим роликом. Ой-ой-ой. Мы с тобой идем на М40 уничтожаться. Ой, вообще изи, как говорится, покажу скилл. Надеюсь, вам этот ролик понравился. Очень жесткая, очень клевая кадочка. Было очень прикольных моментов много. Надеюсь, ты поставишь лайк, подпишешься на канал. Обязательно с колокольчиком и на бобина по ссылочке в описании. Прямо сейчас кликай на этот ролик, ведь он получился очень классным, и я над ним очень сильно старался. Смотри, вот до конца, ребята. У микрофона был Раш. Обован, всем удачи и всем пока-пока! Пока.